как правильно обрезать пелангорию. Пелангория, семейство гераниевые, просто герань. Герань светолюбива, неприхотлива, устойчива к засухе, многолетнее растение. Наша герань любит полутень. Чтобы герань не выглядела вот так, нужна обрезка для формирования растения, начиная с посадки. Цель – получить боковые побеги. После определения стиля вашего растения, обрезку следует проводить в течение всей жизни герани. Наше растение отцвело, немного загустело, стебли вытянулись, значит, пора обрезать герань от лишних побегов. В обрезке нет ничего сложного. Режем, не жалея, без боязни. Оставляем листовой узел, желательно растущий наружу, чтобы не сгущать середину. Отрезаем чистым лезвием. Формируем растение, как нам нравится. Многочисленные побеги вырастут и начнут цвести. Чем больше новых побегов, тем обильнее цветение. После цветения для обеспечения желаемой формы обрезку надо повторить. И так много раз. Все просто.